Постоять, но уже там, где ваши места. Окей? Брати та сестри, та у Господі всі слухачі, давайте займемо свої міста і будемо прославляти нашого Бога. Ми споємо в Твоєму святому присутствии. Тают гори. Окей? 72-й псалом, когда-то Асав задавался вопросами, помните? И говорит, пока не вошел я во святилище, и когда вошел во святилище, то Господь на многое ответил, просто объяснил. Давайте споем в Твоем святом присутствии. В твоем святом присутствии.
славлю я Тебе. Славлю я Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, что когда жарко, Господь, Ты есть наша вода. Спасибо Тебе, что каждый день, Господь, мы имеем возможность приходить к Тебе. Тобой питаться, Тобою утешаться, Тобою направляться. Иногда мы Тобою обличаемся, Господь, но Ты исправляешь нас, Ты делаешь нас сильнее. Спасибо Тебе, что Ты есть наш тренер, Ты есть наш смысл, Ты есть наше спасение. Спасибо Тебе. Аминь. Присаживайтесь. Слава Богу, благодарим Андрей. Я хорошо помню, как мы вместе с Андреем были на евангелизации или в краткосрочной миссионерской поездке в Абхазии. Как ходили по домам, вдохновляли людей обратиться к Богу. Они нас угощали чачей и чем еще? Вином. Они считали это своим долгом, да. А мы считали... Ну, это помню, да. Это было хорошее. Это был какой 2008, наверное, да. Мы двумя командами, мы из России, а Павел Дмитриевич с командой из Донецка. Это было круто. Хорошо, друзья, сегодня у нас особенно сильно представлена южная часть нашей ассоциации. Это Олег Шайкевич, братья из Одессы. И мы хотели бы дать вам слово. Олег, вы знаете больше всех братьев, поэтому, пожалуйста, представьте всех ваших, и вот вам микрофон.